Лучший лайфхак для стрижки дома – нужен скотч и ножницы. Беру из школьного пенала, что есть, и отделяю ровно зону челки. Приклеиваю скотч, и он мне помог зафиксировать волосы. А еще по нему я отмерила, где именно мне нужно отрезать. На самом деле срез получился ровный, прошлась еще по кончикам. Со скотчем гораздо удобнее. Пиши в комментах, была ли у тебя челка и хочешь себе ее отрезать.